Привет, ребята. Все уже такие немножко сонные совсем. Устали, длинный день, много выступлений. Давайте немножко оживимся. Руки поднимите так. Вместе со мной. Молодцы. Давайте середина теперь. И с краю. Отлично. А теперь я провожу вот так вот руками, и вы волной поехали. Готовы? Отлично. Хорошо. Теперь у меня еще будет просьба. У нас вот две части зала. Вот эта вот часть зала, когда я показываю на вас, вот так вот вы говорите «У-у-у». Попробуйте. Ну, надо больше азарта. А вы, ребята, говорите «Yes». Давайте, 3-4. Yes. Молодцы. Все, теперь начнем. Итак, меня зовут Гуменюк Дмитрий. Я работаю в Минском офисе компании EPAM. Кто из вас, кстати, знает, что такое компания EPAM? Отлично. А сколько вообще людей здесь из EPAM-а? Кто из EPAM-а? Поднимите руки, пожалуйста. Ага, то есть остальные у нас приглашенные гости, да? Отлично. Хорошо. И здесь, собственно, момент. Я работаю в компании EPAM уже 10 лет, и это... На прошлом моем выступлении в Питере меня спрашивали, как можно вообще проработать в компании 10 лет. Потому что, ну, вроде бы все должны чем-то заниматься, меняются там периодически свои занятия. И за 10 лет уже реально можно устать, чем занимаешься там. Все это уже достало, и ты куда-то уходишь. Но благодаря тому, что EPAM очень большой... Кстати, кто знает, сколько нас человек вообще в EPAM-е? Это, наверное, в Питере, да? 23-ка? У вас какие-то очень хорошие данные. Ну да, нас чуть-чуть больше двадцатки. Больше 20 тысяч по миру. Мы реально большие. В Минске у нас сидит 6 тысяч человек. Все начиналось с Минска. Так вот, за счет того, что EPAM очень большой, у нас есть возможность переходить между разными отделами. То есть мы позанимались чем-то, потом кардинально можно сменить и уйти в другой департмент, и по сути это выглядит как смена работы. Но не об этом. Я просто сейчас маленький экскурс о компании EPAM, и чтобы вы понимали, откуда выплыла вот эта вот штука, которую я буду сегодня рассказывать. Итак, компания EPAM очень большая, много подразделений. Я в должности проект-менеджера с бэкграундом разработки, то есть разработчика, веб-сервисы, UI, тогда, правда, это совсем по-другому все называлось. И тем не менее у меня есть еще опыт поднятия и спасения нескольких огромных проектов с автоматизацией, где было очень все плохо. И начинали спрашивать, ребята, где деньги? Правильно. Молодец. В общем, на текущий момент я возглавляю разработку солюшенов внутри отдела компетенций, центра компетенций. И вот, собственно, вопрос, что такое центр компетенций и чем мы занимаемся, вот, что мы там делаем? Как вы понимаете, EPAM большой за вот, 23 года уже на рынке, правильно? Мы написали огромное количество проектов в различных доменах бизнеса. Solution, там, страхование, медицина. Неважно что. И вот с каждым проектом мы набираем какой-то опыт, который, в принципе, очень релевантен и подходит для других проектов в этом же домене. И для этого, чтобы не наступать на одни и те же грабли, мы берем и собираем эти данные внутри наших центров компетенций. Молодцы. Так вот. Внутри этих центров компетенции, обычно центры компетенции — это 5, 10, там, 15 человек, там, вроде меня. И мы участвуем в пресейлах, в продажах, мы там едем где пожар на проектах, мы решаем там проблемы с заказчиком и так далее. То есть на все руки мастера и пытаемся быстренько разобраться в больших проблемах. И видя из раза в раз проблемы на определенных проектах, ты со временем приходишь к тому, что, ребят, нам надо что-то такое написать, что будет закрывать эти проблемы, чтобы мы не наступали эти на грабли уже 200-й раз. Давайте что-то делать. И вот один из таких солюшенов, и он у нас не один, но текущий солюшен очень важен тем, что он уже не просто маленькое решение внутри компании, а мы сделали очень большой, очень важный шаг для нас. Мы выпустили наш продукт в open source. Чуть промотаю, сори, я забыл совсем про презентацию, нужна нам, оказывается. Собственно, мы вышли в open source, и продукт полностью доступен для использования. Его можно зайти, скачать на GitHub, установить себе и начать пользоваться совершенно бесплатно. Штука большая, мы разрабатываем ее почти 4 года. Команда из 12 человек, там сделано очень много. Сейчас мы, собственно, поговорим об этой штуке, но
Чуть-чуть вначале скажу все-таки об автоматизации. Кто из вас, кстати, ребята, связан с автоматизацией? Хорошо. А проект-менеджер есть у нас тут здесь вообще? Правильно, суббота, они же отдыхают. Окей. Ручные тестировщики? Отлично. И девелоперы есть кто-то? Хорошо. Отлично. Собственно, внутри компании мое лицо чаще всего видят вот в таких письмах, в которых я пишу о том, что «ребята, мы выпустили новую версию репорт-портала, и у нас добавилось еще там 99 проектов». Ну, чуть меньше. Короче, добавились новые проекты и новые данные. Но у этих писем есть еще одно значение, которое очень важно для нас. И оно выглядит примерно вот так вот. Новые проекты для нас значит, что мы видим еще больше данных с разных источников, с разных проектов, с разных специфик, и мы эти данные пытаемся во что-то превратить. То есть мы пытаемся через метрики понимать ценность автоматизации, как она неправильно строится, и, возможно, давать правильные советы ребятам, чтобы они там не утопили свой проект во время исполнения. И, собственно, немножко об автоматизации. Вот мы как бы уже все научились писать автомейшн. Уже 15 лет, там 17 существует тот же, от старта Ватира того же. Мы все уже написали много фреймворков, все вроде бы классно, но до сих пор реально огромное количество одних и тех же проблем, которые встречаются из года в год на каждом отдельно взятом проекте. И причем мы встречаем их даже у внешних, то есть когда мы проводим аудиты внешних компаний по проектам, у них те же самые проблемы, ребята. Причем мы всех прекрасно знаем, но все равно наступаем на одно и то же. Итак, вот самый распространенный кейс, почему автоматизация бывает не работает. И начинается все с того, что мы, окей, выпустили продукт прекрасный, отдали его на рынок, пользователи стали им пользоваться. Но они почему-то начинают жаловаться на баги, которые они находят в продукте. И этих багов все больше и больше и больше. И вы беретесь за голову, что же делать вообще, ребята, ну давайте принесем самый классный тестовый solution. Давайте самый классный тестовый approach, сори за англицизмы, потому что я это рассказываю в основном только на английском языке, чтобы решить наши проблемы. Что мы выбираем? Конечно же, тестовую автоматизацию. Сбил вас с мысли. Мы берем автоматизацию, и мы сейчас знаем, что все, все проблемы у нас решатся. У нас не будет никаких багов, у нас никто не попадет в продакшн, все, все customer happy, клиент happy, все, красота. Но, ребята, это тот самый момент, когда автоматизация не работает вообще. Потому что если у вас баги прошли из продукта уже в продакшн, то, скорее всего, у вас реально все плохо с тестированием. И, скорее всего, у вас на проекте тестовый хаос. То есть тестирование в состоянии хаоса. И есть момент, что если вы добавляете автоматизацию себе, то вы фактически просто делаете этот хаос автоматическим. И самое интересное, что даже если вы возьмете какой-нибудь суперклассный, крутой там, фреймворк, купите какую-нибудь тулу у иностранную за большое количество денег, она все равно вам ничем не поможет. Потому что вы всего лишь будете делать все то же самое, но гораздо быстрее. За новые деньги. Красота. Проблема в том, что если вы инвестируете во что-то, что изначально не работает, оно не будет работать. И вы закопаете свои деньги. И отсюда идет момент, что автоматизация не является серебряной пулей, которая придет и решит все ваши проблемы. Если вы хотите начать с автоматизацией, в первую очередь займитесь своими тестовыми процессами. Просмотрите вообще стратегию. Если у вас все там прочекано и стало более-менее, только тогда, ребята, начинайте заниматься автоматизацией. Не закапывайте деньги. Я видел огромное количество таких проектов. Это печально. Еще один момент. Мы начинаем автоматизацию. Мы взяли скоп, оговорили с заказчиком, хотим писать, но денег, как всегда, нету. И у нас такой вот лимитированный бюджет. Вот так где-то. И что мы решаем? Давайте посадим ручников писать тесты автоматически. Они, конечно же, хэппи. И они садятся и начинают лобать код. Конечно,
далеко не все ручники имеют знания в ООП. И момент в том, что они хотя бы они должны изучать это и понимать, чтобы писать правильные тесты. Потому что иначе из этого получаются огромные макароны, которые со временем просто неподдерживаемые. И вы натыкаетесь на тот момент, что в какой-то прекрасный момент это блочит ваш пайплайн. То есть у вас есть вот CI/CD построенный, delivery продукта, фичи, пофиксили, потестировали, выпустили, все, все красота. Но посередине стоит автоматизация, которая вам нужна, и она сокращает этот срок релиза. Но она вас блочит, потому что она нестабильная, она вся падает. Что вы решаете с ней делать, если вам в процессе релиза мешает автоматизация? Обычно PM отвечает на этот вопрос. Они удаляют автоматизацию из процесса. Смелее давайте. Это нельзя делать вообще никогда. Момент в том, что если вы это убрали, то все, считайте, что вы ее похоронили. Потому что сегодня вы ее забыли включить, завтра вы ее забыли простабилизировать, через неделю продукт уже убежал дальше, и вам просто не хватает денег, чтобы это все восстановить. Но это все лирика. Сейчас погоним немножко дальше, чтобы все-таки дойти до репорт-портала. В этот момент к вам почему-то начинает приходить какой-то человек и спрашивать деньги. И он, конечно, говорит, давайте введем метрики. Сейчас самый момент вести метрики. Но, ребята, метрики вам нужны не для того, чтобы во время пожара понять, что вы горите. Метрики нужны нам для того, чтобы понимать, что вы в текущем производстве продукта делаете все вещи правильно. Используйте метрики, трекайте сами себя. Это не для того, чтобы отчитаться кастомеру или BPM. Смотрите сами за собой, чтобы эти метрики отображали, что вы действительно двигаетесь туда, куда надо, и не забывайте свой продукт. Попробуйте сейчас для себя внутри ответить вот на эти вопросы. Как часто у вас запускается автоматизация на проекте? Какой процент прохождения у всех ваших тестов, если вот взять весь цикл регрессии? Просматриваете ли все результаты вашей команды у ваших тестов? Как много тестов упало из-за продуктовых багов? И как надолго вообще блочит ваша автоматизация, ваш пайплайн? Собственно, на эти вопросы мы помогаем и стараемся ответить с помощью репорт-портала. Итак, почему автоматизация популярна? Спалил. Почему популярна автоматизация, ребят? Правильно. Это то самое место, где автоматизация позволяет вам ускорить ваш процесс. И это, в принципе, место жизни автоматизации внутри CI/CD. Она сокращает ваш цикл регрессии и позволяет вам довести этот продукт быстренько. Почему проваливается автоматизация? Поскачем уже галопом. Coverage идет медленнее, чем планировался заказчиком. Заказчик говорит, некоторые запуски вы заимплементировали, точнее тест-кейсы, но потом забыли включить в run, и получается, мы потратили деньги, написали, но ценности нету. Иногда мы заимплементировали, запустили, но не посмотрели результатов. Какой смысл от этой автоматизации, если мы не просматриваем? И, конечно же, самый популярный. У нас просто валится автоматизация, потому что она нестабильна. Мы тратим все деньги на то, чтобы стабилизировать, то, чтобы оно работало, чтобы оно пыталось найти баги, но оно не работает, и мы опять тратим деньги на то, чтобы стабилизировать. И, короче, ребята, это без конца происходит. И это съедает обычно 90% времени автоматизатора на проекте. PM и аккаунты вспоминают об этой проблеме уже когда достаточно поздно, и проще все переписать, чем пытаться что-то спасти. На основе этого опыта и насмотревшись на все вот это вот таким очень наелись, мы решили написать штуку, которая закрывает эти проблемы. И поэтому в основу репорт-портала мы положили следующие идеи. Первый момент. Дать вам лайф-визибилити внутрь продукта, внутрь состояния автоматизации. Что у вас происходит на проекте с вашими автотестами. Сократить ваше время на разбор результатов и работу с ними. Также отчетность. Дать интеграцию с самыми популярными тулами, которые есть в автоматизации на рынке, уже присутствуют с помощью преднаписанных агентов интеграции. Дать красивые графики из коробки, очень удобно для менеджеров. Все очень нравится, все красивенько. Вам большой плюс тем, что вам не нужно строить отчеты, это все строится с помощью графиков само, по красоте. Плюс это может интегрироваться, репорт-портал может интегрироваться с
любой существующей автоматизации, как мне эта штука щекотит. И вам не нужно тратить время на переписывание тест-кейсов, чтобы как-то пытаться это адаптировать. Оно работает сразу из коробки. И это позволяет делать деньги. В первую очередь, потому что это привлекает заказчиков, это интересно вашему клиенту, и это сокращает его расходы. Это тоже делание денег. Почему мы думаем, почему я думаю, что у нас успех у репорт-портала? Уже более 40 проектов у нас компании используют репорт-портал ежедневно. Вообще их уже там больше сотки. Но я трекаю только те, которые делают действия ровно каждый день, с запусками каждый день. Вот по этому пункту у меня их сейчас 40. Они растут. И уже более того, мы сделали 8 внешних поставок, мы установили ее на стороне кастомера, чтобы они использовали это внутри своих дата-центров. Ну и, конечно же, теперь это все доступно в open source. Доступно всем вам, для всех компаний, для всех гостей, кто у нас сегодня есть. Вы это можете зайти, скачать, установить и попробовать у себя внутри компании. И более того, я сейчас покажу, как это делается очень быстро и легко. Кому надо, в конце будет слайд, сфотографируйте еще раз. Итак, быстро погоним по фидбэкам от компании. Coca-Cola говорит, 20% сокращено на время работы с Test Automation команды. Crax говорит, что мы срезаем им по одному человека часу в день. И вот прикиньте, если у них там 8 человек в команде, с каждого инженера, час в день с каждого инженера. 8 человек в команде, уже 8 часов срезали. Мы им сэкономили одного автоматизатора. Это для них хорошие деньги. Томпсон Ройтерс, проект крупный, вот одна из команд, 20 человек. Мы им экономим там порядка 2-5% в день для команды в 20 человек. Это хорошие деньги. Репорт-портал действий. Сейчас я переключусь на ноутбук и покажу. Собственно, вот это наша лендинг-страничка, с которой начинается все интересное. Вот там вы можете найти репорт-портал. И более того, я вам покажу его сейчас прямо вот здесь. Вот давайте я как-то пересяду мимо провода. Итак, вы, если будет что-то видно плохо, говорите сразу, будем зумать. Итак, мы идем в Safari. Собственно, мы открываем reportportal.io. Та-дам! Вот здесь. У нас здесь при наличии уже есть документация, красивый лендинг, параллакс, все дела вообще. Полная документация о интеграциях по всем пунктикам, полный юзер-гайд, что и как здесь с этим делать. В общем, для интереса поиграйте. Но самая важная ссылка — это вот как раз-таки fork on GitHub. Мы переходим на GitHub, и вот он наш большой репозиторий, отдельная организация под названием ReportPortal, где все наши зависимости, все наши сервисы и так далее, все хранится здесь. Репорт-портал сам состоит построен на основе микросервисов, поэтому каждая отдельная часть приложения раскинута здесь. В том числе здесь висят все, которые мы уже успели выложить, за примеры интеграции. Например, вот я наберу на языке Java. Awesome. Вот джавовские агенты, которые можно связать уже с существующими. И они работают, они проверены на проектах, они живые. Но не об этом. Идем, собственно, в репорт-портал. И здесь вот стартовая страничка, которая объясняет вам структуру, что относится к серверной части, к клиентской части, описание структуры репозиториев и очень важные шаги. Это вот здесь. Собственно, как установить себе репорт-портал и сделать это быстро. Кто из вас знает, что такое Docker? Ребята, узнавайте. Очень это мейнстрим. Реально. Кто вот из автоматизаторов и тех, кто поднимал руку, кто использует докер в автоматизации? Вот это вот крутой чувак, кстати. Вон там он. Это реально вещь. И сейчас это еще только набирает обороты, но скоро это бомбанет. Это очень удобно. Собственно, с тем же докером мы устанавливаем себе и разворачиваем наше приложение даже на продакшн инстансе. Единственное, что я уже поставил себе докер, вот видно, что он здесь висит. Есть маленький момент, если делать, ребята, это у себя, поставьте ему не меньше 4 гигов оперативы, потому что на 2 гигах вся эта большая количество микросервисов начинает захлебываться. Итак, чтобы заиметь у себя репорт-портал, нам нужно стянуть compose файл. Кто знает, что такое compose файл в докере? Молодцы. Фактически это есть описание всех
действий, точнее всех сервисов, которые нам нужно вытянуть из интернета, чтобы сложить из этого продукт. Вот у нас там есть, висит готовый композник, который можно использовать для этого. Давайте создадим папочку, назовем ее report, давайте rp просто. CDRP. И что я делаю? Теперь из этой инструкции, ой, не туда, я копирую, мне нужно слить этот композник. Это делается довольно просто вот одной командой. Все. Осминалась. У меня лежит вот этот Docker Compose. Вам хорошо видно, надеюсь? Отлично. Теперь, собственно, чтобы запустить Docker у себя на машине, либо на машине, на виртуалочке, которую вы для нее заказали, все, что вам надо, это написать Docker Compose App. Все. Теперь через буквально минуты, там, не знаю, 5, он подымется. Я специально сейчас запускаю это и перехожу обратно к презентации, потому что сборка продукта со всеми имиджами, она занимает время, и мы вернемся к ней, как только она соберется. Я вам сразу покажу, что вот здесь вот на адресе localhost 8080 сейчас у меня ничего нету. Всем видно, localhost, да? Это вот это мой ноутбучик, на котором сейчас все это заведется. Хорошо, мы бежим обратно к презентации и пробегусь здесь по оставшимся слайдам. Отлично. В действии. Простая интеграция. Мы подразумеваем, что синтегрировать любой solution можно с нами за 4 часа. Иногда даже меньше, если у вас хорошо и правильно построена автоматизация. Это делается быстро за счет преднаписанных агентов, которые можно просто слить у нас с GitHub и подключить к своим тестам. Здесь внизу есть три точечки, и я покажу вам в конце, почему. Все дело связано с тем, что мы имеем открытый API, который можно использовать всеми и как угодно. То есть вы просто можете под любой язык, под любую платформу, под что угодно написать интеграцию, которая сможет заливать туда результаты. Главное, чтобы он умел отправлять HTTP-реквесты. Хотите Paint, научите туда логать результаты, и это будет работать. Важно понимать, что не есть репорт-портал и что он делает, что он все-таки умеет. Репорт-портал — это не CI/CD штука, не Jenkins. Он не запускает ничего, он только получает результаты. Он ведомая вещь, и он получает в себя результаты, которые обрабатывает и приносит бенефит вам. Это не SonarQube, и он не работает с качеством кода. Есть момент в том, что он абсолютно идентичную архитектуру имеет. Он очень похож по архитектуре. Есть сервер, есть агенты, подключенные в код. Но SonarQube is about the code quality. О качестве кода. А репорт-портал работает с вашими автоматизационными статусами, с автоматизацией. Это не JMeter, мы не работаем с перформансом, хотя у нас много красивых графиков. Это не Allure Framework, который работает с отрисовкой только одного единственного отчета, просто в красивой форме. И это не Serenity, который заставляет вас использовать какую-то жесткую там принципы, с которых вы уже никогда не слезете. Репорт-портал можно подключить в любой момент, начать использовать, точно так же с него слезть в любой момент, и он вам ничем мешать не будет. Опять-таки, почему это не как Allure, почему у нас больше? Мы храним историю. Все результаты сохраняются у нас в серваке, я сейчас все это покажу. И мы можем делать магию на основе этой истории. Простой кейс, как это работает, с high-level, чтобы понимали. Есть Jenkins, в нем запускается процесс TestNG, в нем висит адаптер, который собирает результаты. Когда они напочковались там в батч-запрос, мы скидываем к себе на сервак. По итогу все happy. Какие-то вы вялые уже, ребят. Давайте еще раз. Молодцы. Как это работает с технической точки зрения? Сзади у нас MongoDB, NoSQL очень супер быстро пишет себе результаты, дает возможность небольших джойнов. Это все завернуто в REST API, написано на Java, на микросервисах. Дальше есть UI красивый на JavaScript, он работает с API вместе с агентами, которые работают тоже через тот же API и присылают к нам данные. Все это под секьюрно под HTTPS. Вот эта часть может лежать в клауде, и можно интегрироваться с доменными credential, либо вашими сторонними системами для permission там, и прочих вещей. И, наверное, одна самая важная вот просто killing фича. Отлично. Мы называем ее автоанализ. В чем ее принцип? Все ваши результаты хранятся у нас в базе. Соответственно, имея эти результаты, мы можем немножко
делать магии и пытаться распознавать ваши результаты новых падений. То есть, для примера, легко каждый запуск сравнить с деревом. Вот один ланч, один процесс запуска — это там ствол дерева. Дальше у вас идут сьюты папочки под папочки, и в конце у вас тест-кейсики. Это там листики в данном случае. Почему-то по какой-то причине некоторые из них падают. Вот не знаю, автоматизаторы каждый день с этим борются, конца и края нет. Заканчивается запуск на репорт-портале, мы собираем все упавшие айтемы внутри этого запуска и берем историю. Мы берем 5 на текущий момент запусков предыдущих и начинаем сравнивать падения один за одним, пока не найдем максимально релевантный, начиная от самого молодого к старым. То есть я вам покажу момент, делая анализ и отмечая реальное значение, почему упал ваш продукт, почему упал ваш тест-кейс. Вот именно этот анализ с помощью системы переплывает дальше. То есть, единожды просмотрев результаты, они потом автоматически перекидываются в новые отчеты, в новые. Вам не нужно тратить время, чтобы делать это постоянно. Итак, я думаю, сейчас уже продукт поднялся. Вот за что я люблю макбуки. Так бы у меня все улетело уже. Продукт, думаю, поднялся. Сейчас мы это посмотрим. И я вам покажу его реально вживую, чтобы вы понимали, о чем я вам тут, ребята, все рассказываю. Пришел и ничего не показал. Как вы видите, я только что поднял у себя систему на localhost с помощью докера. И мне для этого понадобилось 2 команды. Слить файл и запустить. Execute, ну, грубо говоря, исполнить этот файл. Итак, у нас есть логин, там же на GitHub описан логин и пароль для того, чтобы зайти сюда. Мы по умолчанию создаем 2 пользователя. Ой, что ты... Правильно, правильно. Все, мы в системе. Да ладно, я что-то волнуюсь. Как первый раз. Все, мы внутри репорт-портала. Есть такой момент, что как только вы его ставите, он абсолютно голый. То есть 95% функционала вам недоступно здесь, вот на этой вьюхе, потому что здесь просто нет данными, с которыми он работает. Поэтому здесь есть очень удобная фича. Мы можем идти в настройки проекта. Ну, давайте я даже покажу вам от процесса. Вот админка, через которую, где можно управлять проектами. Я захожу и создаю, например, новый проект под названием там демо. Очень как бы логично. Вот у меня новый проект. Сразу попадаю на его сеттингсы и есть вкладочка демо данные. Здесь я с помощью какого-нибудь там префикса, чтобы просто их как-то отличать, я запускаю генерацию данных. И сейчас мы возвращаемся на страничку РП. Вот, кстати, сеттингсы доступны вот здесь, вот сверху, вот на этой вот шестереночке. Туда можно попасть в любой момент. И переходим на тот демо-проект, который я создал. Запуски. Как вы видите, у нас начинают сюда прилетать результаты. Мы видим их прямо в рантайме. Есть такой момент, что все результаты, которые начинают логироваться в репорт-портал, вам доступны уже буквально через несколько миллисекунд. То есть, если, например, у вас есть большой, очень длинный запуск, вам не нужно ждать там 8 часов, пока он завершится за ночь, вы можете сразу увидеть, что у вас что-то не так. Вы зашли, чекнули, все окей, пошли спокойно спать домой. Какие основные объекты у нас здесь присутствуют? Вот у нас прилетели новые данные. Какие объекты у нас присутствуют? Project Space. Все данные раскладываются по проектам. Они прилетают вот сюда в Space, и как вы видите, вот лежат наши запуски. Каждый запуск хранится в соответствии с той же структурой, которая у вас была сделана в вашей автоматизации. То есть вот я иду по кейсикам, захожу до тест-кейса, открываю. Внутри тест-кейса у меня лежат все логи, которые относятся к этому тест-кейсу. Они подкрашены цветами для удобства обзора, чтобы вам быстро по ним пробегать. Также вы можете там в один клик фильтровать, например, вот упавшие. Здесь же лежат скриншоты к вашему приложению. То, что у вас бегало и происходило, вы можете открыть, посмотреть его побольше. Проверили, джампнули обратно к... О, MacBook сдается. Давайте я выгружу PowerPoint.
Просто потому, что тут столько всего сейчас наколбашено. Так, обратно сюда. Собственно, вот я перепрыгиваю на упавший тест-кейс. Посмотрел, определил, я понял, в чем причина падения. Более того, за счет того, что история хранится внутри нашего приложения, всего в один клик вот на вот этой вот линеечке, мы называем ее исторической линией запусков. Не знаю, видно вам там или нет, но вот смотрите, это запуск номер 10, 9, 8. И вот в один клик я перехожу на тест-кейс, на состояние этого тест-кейса внутри 8 запуска. Потом могу в 7. Мне не нужно копаться где-то, искать это долго, я имею здесь все на одном месте сразу. И посмотрев результаты, вы там определили, почему причина, что куда, и есть момент, который отличает нас от вообще каких-либо систем, связанных с отчетностью. Этого нет ни у кого, скажем так. Инженер может отметить, к какой причине падения действительно относится данный текущий фейл. Есть это product bug, automation bug, системная проблема, например, у вас просто не работает сетка, или это вообще не относится к дефекту как таковому. Собственно, когда автоматизатор здесь, инженер меняет, написал комментарий, почему это произошло, он сюда же может довесить дополнительно картинки, скриншоты, сохранил, все это в рантайме пересчиталось, записалось, все доступно команде. Команда может работать в параллельном режиме прямо над одним разбором. Я сейчас буду говорить гораздо быстрее, потому что осталось 5 минут. Здесь у нас доступна история по изменениям. Если кто-то что-то делал внутри, менял, все видно здесь. Еще одна очень удобная фича, не успею показать, но если только отдельно на видео на стенде. Интеграция с баг-трекинг-системами. Прямо отсюда, с этого скрина, вы можете запостить баг в вашу баг-трекинг-систему, будь то Jira, TFS и Rally. TFS пока не шарим, так что Jira и Rally спокойно. Туда загрузятся все стэк-трейсы, все логи, что здесь есть, все скриншоты заатачатся, тоже туда зальются. Здесь у вас будет ссылочка, которая у вас ведет в ваш баг-трекинг-систему. В баг-трекинг-системе у вас будет обратная ссылка сюда в репорт-портал. И более того, мы здесь на этой вьюхе вытаскиваем состояние тест-бага внутри там Jira. То есть вы видите, закрыли баг этот уже или нет. И вот когда автоанализ работает над этой вот историей там запуска, как только он находит, и у вас повторяется одно и то же падение, он вам перетаскивает вот эту вот пометку, что это product bug, он вам перетаскивает вот этот комментарий, что вы здесь оставили, и более того, он тащит вам баги, которые вы на это сабмитили. Не, вы как-то грустно. Ладненько, побежали дальше по структуре. Опять-таки, структура точно так же, как у вас все это хранится. Вы данные можете фильтровать, создавать отдельно вьюхи. Вот, например, я с помощью тега выбираю все, что относится к билду номер такому-то. Соответственно, можно разделять отдельные части продукта под отдельным тегом, создавать из них выборки, создавать фильтры, табы для просмотра, то есть разбивать на отдельную работу команды. И вот, как вы видите, здесь в этой части у нас находятся элементы по колонкам. Product bug, automation, системный. Изначально, когда пробегает запуск, все падения отмечаются в to investigate. То есть вот этот вот флажок значит, что вам здесь нужно посмотреть 17 тест-кейсов, где есть какие-то проблемы. 17 мест, где вам нужно пересмотреть результаты. Это вот то место, где вам нужен именно инженерный input. Когда ребята начинают отмечать эти падения, они переплывают в эти колонки, здесь должен остаться по итогу 0. Такая, ну, игровая задача. Собственно, тот самый автоанализ, уже не буду вдаваться в подробности, но что он вам дает? Вот смотрите, я его запускаю прямо отсюда и наблюдаем, что здесь число 17. Видите, уже стало 11. Но не факт, что он распознает все, потому что да, он закончился. Здесь абсолютно рандомная дата только что была, но тем не менее 7 совпадений в этой рандомной дате он нашел. То есть система распознала 6 падений и отнесла их к какой-то категории. То есть фактически репорт-портал сделал вашу работу. Он распознал ваши падения, сделал отметку, почему причина, и, по-моему, это классно. Молодцы. Что мы можем получить вот с этих значений, когда ребята подмечали, что это продуктовый, автомейшн, либо системный issue? Страничка с дэшбордами. Репрезентативность.
То есть мы можем отображать тренды, состояние, выборки и показывать вообще, какой реальный статус у вашей автоматизации на проекте. Более того, это можно скинуть менеджеру одной ссылочкой, он открывает, смотрит и не задает вам лишних вопросов, потому что все есть у вас. Например, что мы здесь можем увидеть? Вы видите реальный тренд из запусков, как у вас меняются тест-кейсы, как они прирастают. Вы можете здесь же видеть, вот ваш, как у вас меняется количество упавших тест-кейсов. Но вот в чем момент. Мы смотрим вот здесь, вот на эти красные тест-кейсы. Вот они у вас попадали. А по каким причинам они попадали? У вас реально там 20% продукта в продукт-багах вообще засыпан? Скорее всего, нет. И чем помогает репорт-портал в данном случае? Вот эти вот красная репрезентативность вот отсюда, да? Вот она же, но уже с пометками, что относится к продукт-багу, automation-проблемам, system-issue и так далее. Мы можем видеть, что вот оно действительно то value автоматизации, то место, где она приносит нам ценность. Она находит эти баги. Вот этот тренд. Мы также можем видеть, что мы можем из этого извлечь. Например, посмотреть, как у нас там нестабильность автоматизации, ее изменения. Опять-таки, random data, но, например, вот здесь вот как бы надо уже понять, что пора кому-то идти уже по щам давать, потому что, ребята, что такое? У нас начинает очень много падать автоматизации. И это приведет к тому, что мы закопаем эту автоматизацию. Вам явно нужно ее пофиксить. Например, один заказчику очень понравился момент. У них была проблема с системными. То есть у них отвалился environment. Они каждый раз то есть у них проходит автоматизация, она половина падает, они все никак не могут разобраться. Верхний менеджмент не видит, в чем проблема. Репорт портал им показал, что у них реально там 40% падений связано только с системными проблемами. У них отваливаются серваки. Они тратят деньги автоматизаторов на то, что у них не работают серваки. Они добавили пару виртуалок, сделали провиженинг, посадили одного девопса, который все настроил. У них исчезли все проблемы с системной issue. Эти проблемы из автоматизации автокейсов переплыли уже реально в продуктовые. То есть они стали получать ценность и какой-то смысл от своей автоматизации. Так, ну что, к примеру, мы можем видеть здесь, как, насколько разбирает ваша команда результаты. Все должно быть зелененькое. Если кто-то не сделал зелененькое, берем тимлида, идем тимлидом раздавать, где нужно просмотреть результаты. Прирост тест-кейсов, суммы, время запусков, последний разбор, тренды. И более того, ребята, у нас есть здесь набор темплейтов предсохраненных. На основе фильтров вы, собственно, можете строить какие-то определенные метрики, отображать для того, чтобы понимать статус ваших там вещей. По отдельным частям продукта, по какой-то версии, например, вы на iOS это запустили и так далее. И очень удобная фичка, вот у нас кастомеры пользуются, full screen. У нас есть пример, два заказчика повесили себе экраны, телеки купили, вывели вот эти дэшборды. Они здесь абсолютно manageable, то есть они там поменяли все размеры, поставили, и все, они сидят, разглядывают в реал-тайме, видят состояние их автоматизации, их билда перед выходом там в продакшн. И окей, я так понимаю, что у меня уже скоро совсем все закончится. Один момент, который все-таки отмечу, API, о котором я говорил, ребята. Все, что может делать репорт-портал на UI, через агентов, через все что угодно, все доступно здесь. Этим можно полезть, поиграться, потренироваться, написать любые интеграции под любые типы, которые вам нужны. Я очень хотел вам показать, как еще быстро взяться и синтегрировать репорт-портал с помощью Java, TestNG, там, на логбеке. Но, увы, время, я так понимаю, что не позволяет. Я могу это сделать прямо на ноуте в коридоре, если кому интересно. Так, и, наверное, все. Остается время только быстренько для вопросов. Неужто так все быстро прилетело? Спасибо вам. Ваши вопросы. Так, ребят, у кого вопросы? Такой вопрос. Если это все такое хорошо работает, почему вы это не продаете, а open source пустили? Это отличный вопрос. Это просто, на самом деле, нет, серьезно, ребят, это очень офигенный вопрос, и я объясню, в чем соль. Я думаю, вы поняли, что эта штука стоит уже немало. Мы пишем ее уже 4 года. Мы собираем опыт с проектов, реальных продакшн-проектов. У нас есть комьюнити своих пользователей. Они нам пишут идеи, у нас есть user voice, ну, уже не буду показывать, где ребята нам сабмитуют идеи, как они, что бы им еще хотелось. Мы реально уже последние полтора, почти два года, весь наш бэклог основан только на идеях пользователей. Уже не мы придумываем, уже комьюнити начинает нас просить куда-то развиваться. Собственно, с open source мы хотим, чтобы комьюнити нам помогало больше. То есть уже не только там чисто ипамские специфики, а вообще все.
чтобы построить ценный продукт. Но почему мы берем и выкладываем такие деньги в общий доступ? И я вам скажу, что если посчитать по рейтам компании и все то время, которое затрачено, эта штука уже стоит больше миллиона долларов. Почти там под полтора. То есть компания, ну, вот какая цель и зачем компании брать и выкладывать 1,5 миллиона на общий доступ, чтобы каждый мог взять и использовать это. Причем момент, здесь, ну, здесь не видно, это GPL 3.0 лицензия, это самый концентрированный сок open source. Это та самая, которую нельзя вот просто взять, там, перепаковать на следующий день и начать продавать. Это именно вот тот самый open source, который нужен. Зачем он нам нужен? Не для того, чтобы делать деньги. В данном случае интерес компании. Среди крупных компаний, такие как EPAM, Cognizant и так далее, есть другой пункт, чем они, грубо говоря, меряются друг с другом. Эта штука называется thought leadership. То есть это пунктик, который отмечает, что компания является мыслительным лидером в какой-то определенной нише. В данном случае ниша автоматизация. И у нас есть хорошая, красивая, качественная визитная карточка внутри этой ниши. Потому что когда берут две компании, которые могут предоставлять одинаковые задачи, одинаковый сервис, почти за одинаковые деньги, но какой вы отдадите предпочтение? У которой нет ничего или который вам дополнительно еще дает вот такой вот набор тулов, которые действительно удобны и могут адаптировать и реально сокращать, объясняют, почему вам сократят расходы, где, в каких местах это сэкономит ваши деньги и чем вам это будет полезно. Вы явно выберете компанию, которая умеет это делать. И тем более, когда вы можете зайти и свободно посмотреть, как она умеет это делать. Причем я вам скажу, ребята, это все написано автоматизаторами. Ну, только дизайнер у нас был, понятно, мы не умеем рисовать. Но этот продукт реально написан автоматизаторами. Это не какие-то крутые там девелоперы сидели лобали. У нас тоже прекрасный код, и мы прошли все ревью, все лицензионные, все замечательно. Особенно микросервисная архитектура. И это написано автоматизаторами. Я хоть и являюсь сотрудником EPAM, про этот репорт портал я уже слышал достаточно давно, мне интересен другой вопрос, и, наверное, будет интересен другим. Ты на презентации показал, что он собирает результаты прямо во время выполнения тестов. Да. А что будет, если у нас пропадет коннекшн между нашими тестами и репорт порталом во время выполнения? Как репорт портал справится с этой проблемой? Сам репорт портал в данном случае не справляется с этой проблемой, и он не должен это делать. Потому что, как я говорил, репорт портал — ведомая вещь. Он получает результаты. Здесь проблема на стороне того кода, который отправляет. Но есть решение, ребята уже писали такие штуки, как только пропадает, то есть у нас тот агент, который собирает вот эти вот куски информации и потом скидывает, он может накапливать у себя батч такой, ну короче, фактически сохранять у себя пакет, который ему нужно скинуть. Как только connection появляется, и он еще... прогон еще не закончен, он запуливает это все в репорт-портал. Но есть такой момент, что, допустим, у вас уже прошел прогон, но он не успел залиться. У нас стоит в бэклоге, мы в течение полугода заимплементим импорт-фичу. То есть впоследствии, если процесс обнаружил, что он не долил результаты, он автоматом может вызывать импорт-фичу и доливать туда эти результаты. Более того, эта фича даст еще некоторые плюсы. Для тех проектов, которые быстренько хотят начать, но нету специального агента. То есть, скорее всего, это какой-то очень узкоспециализированный язык или платформа, на которой еще никто ничего не написал. Но возможность через импорт заливать результаты тоже большой плюс. Вы прогнали так, как это вы всегда прогоняли, и просто потом через тем же Jenkins вызвали метод для загрузки вашего файлика в репорт-портал. И там через как-то... секунд вы видите это все в системе. И дальше уже получаете все эти бенефиты в виде все в одном месте, все быстро, удобно, красиво, скриншоты, все рядом и автоанализ. Еще вопросы? Вот этот распознаватель, про который вы говорили, он учитывает приоритеты тех или иных фич? То есть понятно, что он когда по количеству падений тестов это учитывает, а по приоритету как-нибудь нельзя вводить? Типа какой рассматривать, какой нет? Да, да. Сейчас пока что он смотрит ровно по времени. То есть он учитывает самый свежий, схожий. У нас есть тоже, опять-таки, в бэклоге стоит запросик на фичку. Мы там ближайшую версию закинем. Ребята просят, вот
как раз-таки ровно это, не учитывать какой-то там, то есть, допустим, сбрасывать. То есть мы это скоро заимплементим, это будет. И плюс еще есть, опять-таки, очень здоровенная стори, скорее даже целый эпик у нас в бэклоге. Я думаю, некоторые из вас слышали, что такое Elastic Engine, Elastic Search. Индексация там, в базах документальных. Мы хотим вкрутить себе Elastic и сделать автоанализ через индексацию. Она будет работать еще быстрее, она будет брать еще больше результатов. И более того, нам это даст возможность еще и конфигурировать. То есть вы можете, скорее всего, мы добавим возможность писать паттерны, по которым вы, возможно, учитывать, там, распознавать падение. Плюс понижать уровень релевантности, например, сходимость на 100%, на 94%, там, на 50%. Чтобы, например, если у вас как-то что-то вдруг они не сходятся, но вы видите, что это одно и то же, но текст немножко различается, то вы можете понизить эту планку для того, чтобы они сошлись. То есть это будет с помощью Elastic Engine реализовано, и я думаю, что это получится очень красиво. И более того, мы подумаем о машинном обучении. И, наверное, попытаемся это сделать в первую очередь в виде POC, то есть Proof of Concept. Мы напишем алгоритм машинного обучения, который на основе этих данных будет пытаться распознавать ваши падения. Это очень новая, модная тема, и от этого она еще довольно сильно неизвестна. То есть прикрутить механизм машинного обучения там несложно, это раз-два и готово. Но нужно научить эту штуку, обучаясь на ваших падениях, давать вам результаты. Вот я думаю, что это до где-то в сентябре месяце следующего года что-то уже реально valuable из этого мы попытаемся показать. Опять-таки, все будет здесь. Здесь мы будем вести, все показывать. Там, скорее всего, вот я не успел завести Твиттер, но в Твиттере будем писать анонс. Следующий вопрос. Следующий логичный шаг — это уже, чтобы она сама еще исправляла баг. Это потом, потом, да. Версии 6.0. Спасибо за доклад. Меня зовут Михаил. Вот. Ну, у меня вы уже частично ответили на мой вопрос, но отсюда вытекает такой, насколько точен этот автоанализ. То есть человек, который анализирует результат, он будет смотреть на поле to investigate. Вот. И если там вдруг автоанализом все покрылось, там стоит нолик. Вот. Но насколько точно этот нолик? Не нужно ли этот нолик, точнее, этот автоанализ точен, как сравнить два стринга через equals. Он идеально точен, понимаешь? Ты сравниваешь объемы текста с объемом текста, но там добавлено через дистанцию Левинштейна. Мы определяем релевантность отклонения от текста, выкидывая там стемпы и некоторые цифры. То есть мы немножко высушиваем этот текст и потом гоняем его через equals, чтобы вот, если он подходит под 94%, вот у нас сейчас такое выверенное число, 94% эквивалентности, equals, да, дает, мы считаем, что это то же самое падение. От 80 до 94 мы пишем, что это скорее всего такое падение, но мы не уверены, пересмотрите. Все, что ниже… То есть вариант, что можно пересмотреть автоанализ? Я думаю, что сделав раз там 3, 4, 5, вам это надоест, и вы убедитесь. Как бы, опять-таки, не первый проект это использует, и реально, ребята доверяют. То есть они не пересматривают, потому что, как бы, equals не обманешь сильно. Пожалуйста. Еще вопросы? Я, наверное, вот дополню свое выступление сейчас, коль уже пошло дело. Чем это может быть интересно для ручного тестирования? Наверное, вот присутствующие, кто поднимал руки, могу сказать. Да, текущая реализация, текущая версия, которая доступна, она не дает функционала ручникам. Но у нас один из проектов подсел на репорт-портал, и более того, подсел заказчик, ему очень нравилось, визуализация, тренды, все, что он видит, и он нас пришел, попросил, сделайте нам для ручников. Мы хотим то же самое для ручного. То есть мы хотим дэшборд, на котором мы видим все вот реально прогон состояния, автоматизация плюс ручники и так далее. Сложно, не сразу, не быстро, но есть еще и проблема такая, что если мы начинаем писать это для ручников, мы попадаем в область тест-менеджмент плагинов.
там, тест-менеджмент-систем. Потому что, чтобы иметь, там, вести у себя, трекать изменения там, ручных тест-кейсов, как бы их состояние, нам нужно иметь у себя объектов тест-кейсов, объекты тест-кейсов. Самый идеальный тест-менеджмент-тул — это, наверное, Excel. Вот никто не победил еще, наверное, Excel в его там, скорости работы, респонса. Да, неудобно шарить там, туда-сюда документы, но он, по-моему, самый удобный из всех, что вы юзали. Реально так, ребят? Нет? А чем пользуетесь? Господи. Я 3 года назад лез в код Зефира, и я переписывался с суппортом, и я писал интеграцию с одним проектом. Я не знаю, как он тебе может нравиться. Я вот так вот свят-свят от него в сторонку. Только что у него UI красивый, там на флексе, по-моему, написанный. Но тормознутый очень. Так в общем, возвращаемся к ручникам. И мы предложили им решение, вот как они могут это все иметь. В любом случае, большинство хранит статусы ручных прогонов. Как бы вот все-таки существует куча тулов туда-сюда, все за деньги, но большинство у всех в Excel. Реально, ребят, как бы тут скрывать нечего. У большинства проектов, что даже я видел, они хранятся в Excel. Потом они просто переливают это в какие-то системы. Так вот, мы их научили и написали им там маленькую штучку, которую раз в ночь сливается с Jenkins, откуда надо, с шары их в Excel-ники, парсером их разбирает и загоняет эти результаты в репорт-портал в виде запуска. В следующий день у них дашборд, отдельно автоматизация, отдельно ручники, по всем там категориям разбиты то, что нужно, и один общий дашборд, суммарное состояние всех прогонов. Вот. То есть манагер открыл, видит, ага, вот у меня тут столько красненького, зелененького, можно ли мне идти в прод или нет. Так что берите за ручку своих девелоперов, они вам очень быстро помогут, получая для автоматического тестирования ценность тоже.